Для многих горожан понедельник традиционно является тяжелым днем. Начало рабочей недели не скрашивает даже весеннее солнце и теплая погода. Но вот студенты Жирновского педагогического колледжа, нефтяного техникума и профессионального училища номер 18 подошли к этой ситуации с другой стороны, превратив классический понедельник в массовый субботник. При содействии администрации Жирновского городского поселения муниципально-бюджетного учреждения благоустройства была приведена в порядок территория от стелы на въезде в город до Большого моста. Студенты и преподаватели с большим энтузиазмом белили деревья, опиливали старые сухие ветки, собирали мусор. Многие из них уже изъявили желание выйти на субботник и в последующие дни. Карина Штанько, Алексей Доронин, новости Жирновск.